Про скорую все очень про сильно скорую, давайте про скорую. да. Вот скорая, конечно, я когда увидел видео, я, конечно, обалдел, что ты вообще, думаю, оборзел. Думаю, вот это он влупил. Думаю, скорую-то зачем? Потом ну, смотрю там... внимательно. Водитель скорой, конечно, он но слепой, я сейчас, подожди, скажу. Он слепой, не глухой, я не знаю, какой он там. Но сам факт того, что он действительно реально не прав в этой ситуации, именно с точки зрения ПДД. Ну, сука, это скорая помощь, ты понимаешь? Это скорая. Мало ли кого-то она туда везла. Она ехала без мигалок. По ихним же внутренним предписаниям. Согласен. Чтобы вести пациента, по ихним он внутренним. Он мог просто, понимаешь? Когда он вот едут, смотри, подожди. Мигалки. Вот ситуации в основном так. Забрали кого-то, везут, но не, он не, не такой, не скорый, знаешь, вот как называется. Мигалки до, все равно. Без всяких, да мигалки, не мигалки. Это его нарушение, если он их не включил. Это... Понимаешь, это его проблема, если он не включил. Но проблема-то в чем еще заключается? А если там был человек, который был, знаешь, вот лежачий, и не дай бог, она там либо перевернулась, или еще да просто даже там беременная неожиданно была. Беременна, да как угодно. Ты понимаешь, что вот я здесь, вот честно скажу, у меня здесь вообще смешанные чувства. И вроде бы ты прав по ПДД, и вроде не прав по-человечески, блин, это скорая. Да не... Знаешь, я тебе так скажу, можно иногда просто даже догнать, в окно открыть и сказать, что он мудак. Даже можно так сделать. Но это, сука, скорая. Я вот, я честно скажу, вот если бы меня даже подрезал бы там жестко, я увернулся, я бы сделал бы скидку, что это скорая. Я догнал бы его, не было никакого конфликта, я просто сказал бы, что он просто мудак. Либо нехороший человек. Ничего больше я там не оскорблял бы. Ну, мудак, мудак. Он бы знал бы, что так нельзя делать. Если возникло бы разговор, бы объяснил, что человек, нельзя так делать. Мне кажется, можно доносить свою позицию еще и путем общения с человеком. Допустим, даже вы на светофоре где-то поравнялись, не показывая свою агрессию. Допустим, ты не совершил ДТП, это, которое вот суждено было, но не сбылось. Ты доехал до человека, на светофоре где-то поравнялись, открыл окошко, сказал, ну приоткрой окошко, показал свое негатива, что у тебя нет. Ну да, ситуация сама по себе нехорошая. Сказал человеку, что ради бога, в следующий раз... Предупреждение сделать. В следующий раз, когда будете так поворачивать, нам придется совершить с вами ДТП. Потому что вы не правы. Вы, если вы с первого раза... Вот я надеюсь, что вы поймете, я вам сейчас донесу. Я считаю, вот, наверное, это было бы даже как-то уважение больше вызвало, если бы ты, знаешь, как говорится, первый раз предупредил, а второй раз уже тарань. Вот, вот еще вот так вот интересная тема. Ну, допустим, он едет в сторону Ленинского проспекта, а мне надо в сторону Бабякова, я, конечно же, с ним поеду. В сторону Ленинского, но буду ты же готов, отлавливать. Ты готов потратить минимум светофора. 1.5-3 часа на ДТП. Уж извини меня, потратить даже полчаса за ним и поехать, это меньше времени затратится вообще, в принципе. Это тебе, как говорится, я время... Я снял бы и увожу. Да. Вот, бы, вот эти отлично. Вот такие вещи, вот это реально было бы, это было бы даже круче, чем то, что ты делаешь сейчас. Опять же, он может понять, а что... А второй раз... Ты бы уже бил бы, заметочки сидел, кому сделал предупреждение? Такой, хопа, записал. Да, так, ага, все. Таран. Таран, да, это таран, этого предупредить, да. Так суть не в том. Короче, ребят, если вы поддержите вот нашу тему, наши предложения, плюсики. Может то, что за ним едут, испугаться, начать текать, там, выехать на красный или пешехода сбить, или по встречке попытаться объехать, лобовое допустить. Не нужно, нет, я же говорю, спокойно, абсолютно. Он понимает, что его преследуют, да просто машина на хвосте. Послушай, ну ты едешь в одном потоке, он же не едет с большей скоростью, чем ты. Едут обычно все в одном скоростном режиме. Поэтому сейчас можно говорить все, что угодно, но ты потратишь то 3 часа, то потратишь 15 минут, там, на ближайшем светофоре остановились, пообщались, все нормально. В общем, проблемы с этим нет. Вот такое предложение, если ребят нас поддерживают, вот кто нас смотрит, плюсики прямо в комментариях напишите. Кто поддержит? Вопрос, такой. А, про донат, прошу прощения. Про донат какой там был? Донат скорая, там звуковой сигнал Владос, был, и она меня Владос ударила. И она меня ударила скорой. Он донатил этот. Яндекс, вот скорая Шамар... Яндекс деньги, блин, а где там это светит? Там 10 рублей какие-то приходили, да? Я что-то видел. Только там написано что-нибудь, сейчас посмотрим. Там что-то прям десюнчик, но в любом случае мы вот любая копейка, в общем, рубль бережет. Да. Так, поддержку проекта. Так, а вопроса здесь никакого нет. Ну, там скорее всего мне на Яндекс закинул. Вот и ошибочка-то вышла. Не путайте, не путайте, не путайте. Так не пойдет. А у меня Яндекс дома, к сожалению, так что. У нас серьезная деятельность, мы ловим пьяных водителей, у нас кончаются просто места на жестких дисках, потому что это все дорогостоящее оборудование.
И вот, соответственно, много материала, постоянно нужно его куда-то закачивать, потому что реально это большая проблема. Да и вообще, вот честно сказать, я там, если показать мою камеру, которая у меня уже, она уже 7-й год, она одна единственная, веры и правды служит, настолько раз падала. Я недавно посмотрел последнее падение, значит, сознательно там, в общем, интересное видео будет. В общем, она уже на ладан дышит, там уже внутри что-то там трясется. Так что я очень берегу ее, прям вот, чтобы она, не дай бог, упала, потому что это сразу кирдык, каюк. Поэтому лучше нам на камеру сброситься, вот и о чем. Так, сейчас посмотрим. Никакого, блин, представляешь? По поводу скорой вот тоже. Нет вопроса. Сейчас, 5 секунд. Нет вопроса на Яндекс, вот кинули там 9,90, 10 рублей. Значит, там вопросов не было никакого, не содержалось. Звуковой сигнал, короче, водитель скорой мог отменить маневр, но он этого не сделал. Его ударил непосредственно уже в заднее крыло, когда я фактически его проезжал. То есть, я ж не просто молча ехал, я включил звуковой сигнал. По правилам дорожного движения, соответственно, для предотвращения ДТП, я имею полное право включить звуковой сигнал. Я ему сигналил, что, соответственно, я тут справа. Не, я тебе сказал свое проехать. Мнение по этому поводу, я просто к чему. Все эти моменты, там, понятно, там, все эти, там, нарушил, не нарушил. Я говорю, что это просто, я когда обалдел, когда эта скорая попала в ДТП. И вот в ДТП просто не должно было быть. Не прав, вообще не прав. На скорую, я думаю, просто написать заявление, пусть там привлекает и все остальное. Ну, ты решил самостоятельно наказать. Ты как бы решил прям так взять на абордаж пират. Я его уже почти проехал, он мне в заднее крыло дал, так что... В общем, какой там вопрос был? Мне, кстати, отписали, что это за человек был. Задай вопрос в первом титре. Если бы там была, то есть твоя жена, которая там в будущем уж рожала, экстренно ехала, но водитель по своей халате просто забыл включить эту мигалку, просто ехал. Вот. Ответственность за данную ситуацию водитель на себя берет, а девушка здесь как бы ни при чем. Но вот потом ДТП, и ей там уже рожать, ну вот, экстренная ситуация. Ты понимаешь, что... Или бы она вообще бы у тебя не возникла вкратце? На себя какую ответственность ты берешь? Я бы, скорее всего, сам вез на самом деле. То есть номера бы скинул и все, и повез. Номера в багажник и поехал. Так этого можно было избежать. Я понимаю, ты помог бы, но ты же эту ситуацию создал. Так, у нас еще один звонок. Алло? Алло. Алло, мы вас слушаем. И опять же, почему его везли с гнойником на Ливаневского, непонятно, а не в электронику. Сорвалось. Это тоже как бы и один правильный еще звонок. Мне писали, что больше. Это за пациент был, что это за водитель скорой помощи. Мне писали, что у него там 20 лет стажа, что он был лишенным на год за пьянку, то, что он всю свою сознательную жизнь поработал на скорой помощи. Я прекрасно знаю и водителей, что это за пациент был, и т.д. и т.п. Мне уже в этот же день отписались вечером. Mm-hmm. Давид, я понял. Спрашивает, сколько по страховке получаешь? Давид спрашивает по страховке. Ущерб, ну, то есть ущерб, который нанесен автомобилю, вообще 5 в тотал загнали. Так что теперь... Ну, вообще, это отдельная, кстати, тема, напомните, по поводу вот как раз страховых вылов. Вот это, у нас звоночек сейчас, одну секунду. Восстановлю. Алло? Придется... Да. Здравствуйте. Mm-hmm. Да, конечно. Алло. Вы просто прерываетесь. Алло, алло. Да здесь связь. Слышно? Ой, мне кажется, у нас проблемы со связью. Очень плохо здесь. Хотя у меня палочки показывают нормально. Палочки. Вот у меня МТС номер, кстати. Все, завершен вызов. Я не завершал, он просто выключился. И вот параллельно еще звонки, 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 звонки. Абонент пытался, он это столько от нас вообще. Да, люди пишут, что к вам не дозвонится. Скорее всего, проще было как-нибудь. Так, сейчас еще звонок. Телефон. Алло? Я вас слушаю. Здравствуйте. Сейчас, одну секундочку, на громкую связь можно вас включить? Угу. Сейчас, одну секундочку. Так. Там. Так. Как слышно? Да, отлично. Здравствуйте. Слышно. Задавайте свой вопрос. Да, Вадим, рад слышать вас. Взаимно. Вот. Знаком ли он с творчеством, скажем так, коллеги его, Сергея Беляева, да? Привет вам из Курска, чтобы вы понимали. И вам вот, большой привет. Слышал. А, это у вас там есть такой вот по типу Белого Мстителя? Курский санитар или как он там? Я даже думаю, он на порядок, на три головы выше.
И тоже, кстати, очень прилюбливает Костю. Очень любит. Это прям телезвезда такая. Знаком. И как он его творчеству, скажем так, относится. В этом весь вопрос, правильно я понял? Да. Хорошо, спасибо большое за звонок. Спасибо. До свидания. Слышал, общался, возможно, даже летом, если поменяю машину на что-то такое более нормальное, что может передвигаться, возможно, даже я съезжу в Курск на самом деле. Прославишь город Воронеж, да? Надо будет договориться непосредственно. Вы на одном кольце, представляешь? И вы будете ездить просто, там вообще, мне кажется, трэш будет. Что там такое? И они там меньше, в отличие от Остужа. В общем, ты знаком, одобряешь, я так понимаю, его деятельность, да? Ну, там есть спорные моменты, на самом деле, но мне больше интересно, как... Как его включить, чтобы экран загорелся? Непосредственно с юридической точки зрения, некоторые ДТП, когда там откровенно уже идет удар в заднюю часть, непосредственно оправдывают человек. Ну... То есть, в общем, понятно, ты положительно относишься, прав, потому что он занимается тем же самым. Правильно понимаю? Ну, в некоторых роликах там такое, на самом деле. Ну, есть интерес. Ты можешь вкратце в двух словах сказать, как ты относишься? Положительно, отрицательно? Да, в принципе, нейтрально, на самом деле. Нейтрально. То есть, ты его даже не поддерживаешь, что ли? Или как, не пойму? Отчасти поддерживаю, возможно. Но это, опять же, такой более глубокий вопрос, на который... Алло? Так, здравствуйте. Приветствую. Сейчас я на громкую связь можно включу? Хорошо. Так, вы на громкой связи. Скажи, пожалуйста, деятельность, я смотрю, ты внешностью не такой прям спортсмен. Не боишься, что тебе очки, как Дон Кихоту, оденут на какое-нибудь другое место за твои действия? А ты не боишься потом ответить за такие действия? У меня вопрос. Ты же не знаешь, да он не про себя говорит. Знаком. Ну вообще, в целом. Люди ж не знают, с кем я знаком. А то вдруг кто кому-то шепнет. Олег, Белый Мститель, сейчас, пожалуйста, воздержись от комментариев, сейчас задаст вопрос, потом ты ответишь, просто так будет правильно, а то перебивается. Задай, пожалуйста, вопрос свой. Ну, по факту, вот ты... Боится он, не боится, я так понимаю? Что вот реально найдутся люди, которые поставят его на место, возможно, что-то ему создадут, сделают за его действия. Ну, физическая расправа, ты имеешь в виду? Ну, я понял тебя. Все, мы вопрос твой услышали. Спасибо большое тебе за звонок. Сейчас будет отвечать. Все, счастливо. Так, значит, вопрос, ну, в принципе, мы об этом уже говорили. Ну, во-первых, это как бы неправильно в отношении гражданина применять какую-то физическую силу. Значит, оно не стоит того. Но, предположим, мы же понимаем, все люди разные, что такое может быть. Твои действия. Ты же физически, ну реально, не, ну, ты занимаешься чем-нибудь спортом, либо какими-то единоборствами. То есть ты не сможешь человеку ответить тем же, чем он. Правильно я понимаю? Вот что ты будешь делать, если такое случится? Ну это уже потом они узнают непосредственно, когда к ним придут и спросят за их действия. Ну ты же знаешь, если бывают такие ситуации, что это в нашем государстве, да я согласен с тобой, в нашем государстве, к сожалению, так завалены сотрудники работой. А кто сказал, что будет через сотрудников? А-а-а, да. Вот. Тут тоже такое. Значит, здесь мы по закону, а тут сейчас... Вот ты посмотри, а это же беспредел на беспределе. И беспределом погоняет. Не, ладно, ну вот честно скажи. А вот у тебя там это как в бандитских кругах или же сотрудники полиции по беспределу? Вот как вообще это? Это уже они потом узнают, а смысл раскрывать все. Так что, ребят, я бы хотел бы даже узнать на самом деле, что за покровитель у тебя? Есть такой? Он там, брат, наверное. Да ладно, не. Да просто я на самом деле очень интересна позиция в плане того, что, ну, одно дело самому вершить тогда суд над такими людьми, которые, знаешь, как вот... Сейчас, одну секунду, я прошу прощения сейчас. Так. Вопрос. 40 рублей задонатил Максим Шайтан. Наш постоянный донатер. Красавчик. Так. Вопрос. Как БМ проходит ТО? Ну, вот так приехал на станцию, там около 53-го кабинетика и прошел. ТО нет? Никогда не давал?
А там один мужичок сидит. То есть он не смотрит, он... фактически не, ну, так... без, по беспределу проходишь. Заглянул, то есть невозможно пройти, ПО там тебе. Нет, почему? У меня полностью, именно по техничке, машина полностью исправна. Если то так есть тормоза, ручник, да? И все прочее. Да, так чисто внешне. Так, у нас звоночек. А технички все работают, даже все фонари. Алло? Алло? Полностью. Единственное там... Алло, я вас слушаю. Да, конечно, ладно, здравствуйте. Да. Вы прерываетесь. Вы прерываетесь немножко. Задайте ваш вопрос. Алло, алло. Я вас слушаю, вы говорите. Да, все верно, вы ж туда звонили. Так, задавайте, какой у вас вопрос? Одну секундочку, я сейчас вспомнил, что нужно громкую связь включить. Сейчас, одну секунду. Так, повисите чуть-чуть, а то у нас сейчас здесь параллельно еще один звонок идет, чтобы кнопочка доступа была, значит, громкой связи. Сейчас, одну секундочку повисите, пожалуйста. Так, чтобы... Так, во, мы вас слушаем, здравствуйте снова. Смотрите, вопрос такой, если бы он совершил ДТП, он бы, ну, и никто это не увидел, он бы обратился в полицию сам по себе, ну, в полицию бы сдал. И второй вопрос, вот, блин, сейчас запутался, просто волнуюсь. Ничего не волнуйтесь, все нормально. Вот, ну и второй вопрос, в ПДД, да, есть такое, как бы, ну, заранее предотвратить ДТП, если ты можешь, да, ну, если ты видишь, допустим, ДТП, и ты можешь избежать его, надо по-любому как бы избежать. Согласен. Получается, что он по-любому нарушает, когда подставляется. Ну, если он понимает, что он реально сам подставляется, это же получается как бы нарушение, да? Ну, в таком плане. Я вас понял, услышал, но это все у вас, да? И вот третье просто желание, как бы, да, я понимаю, что, ну, люди поступают неправильно, когда там нарушают, но мне кажется, это слишком жесткие меры, когда, ну, на дороге там как-то учить людей, там, правила соблюдать, да? Я понимаю, когда на стоянке там как-то... Ну, неправильно припарковались там, да, это, ну, доказано. Ну, я понял, да, я с вами отчасти согласен. Всё, спасибо. Спасибо вам, спасибо, всё, спасибо. Спасибо. Да. Угу. Ну, конечно, он прав в то же время, и иногда нужно, да, наказывать жесткими методами, да, вот, но стоит ли оно того вот в данном случае, вот эти моменты? И вот там вопрос хороший был, сам себя сдал бы? Привлек бы, написал бы сам на себя заявление или сказал бы, вот я нарушил, привлеките меня к ответственности, я там совершил там ДТП или еще что-то. Именно при ДТП, там, да, скрылся было там. ДТП в 2007. А скрывался, кстати, когда-нибудь с ДТП, нет? Нет, было интересное ДТП как раз-таки у кафе, у выезда к М4. Я что-то запарился, подъехал к кафе, начал парковаться и притер черную Audi A7, кажется, по бамперу. И это скрылся. Как раз люди, нет, есть свидетели этого всего. Ну вот. Причем у человека даже не сработала сигнализация, я пошел наш. Ну, мы просто к сути перейдем. И на тот момент у меня сага еще не было. Угу. По сути, расписками разошлись, я ему потом десятку отдал. Понятно. За коцанный бампер все и поехал. Ну, спокойно. В общем, признал тем самым свою вину. Есть люди, есть свидетели, если кому-то интересно. Вот в следующий раз, когда встанешь на тротуар. Скажи, сам напишешь на себя заявление? Вот когда я чтобы провели проверку и установили сотрудники, действительно ли тротуар привлекательный для тебя к ответственности или нет, виновен ты или не виновен. Сделал бы так в следующий раз, если вот такое произойдет. А уже даже, по-моему, там какой-то материал висит. И ну вот скажи, ты сам на себя, чтобы сотрудники сказали, а прав ты или не прав. Вот если я буду знать, что это 100% тротуар, то не, да, подожди, да. Вот смотри, ты можешь как сделать? Больше никаких звонков, никакого блата никому. Благодарю. Вовик, Вова пусть вот на этот номер позвонит. Пусть звонит, все, хватит. Мы, наших дорогих зрителей, немножко мы неправильно поступаем, скорее всего, когда на личный телефон кто-то звонит и спрашивает. Есть телефон для этого, пожалуйста, звоните на него. И вот сейчас тут опять звонок. Но неправильно. Сейчас, одну секундочку. Значит... Так что было ты. ДТП, да, оно не было оформлено, но мы там расписками разошлись, и причем я сам первый нашел человека на самом деле. Хотя у него сигнализация не сработала, я мог тихо, ты о другом спокойно мы говорили взять с тобой. И уехать. Ты сейчас тему сменил. Сам ли ты готов провести такой эксперимент, чтобы быть уверенным в том, что это не тротуар или тротуар, поставить свое транспортное средство, зафиксировать, написать сам на себя, что ты припарковался на вот этом участке дороги или там на, по твоему мнению, не тротуар, с просьбой выяснить, установить,
тротуара-то, нарушил ли водитель транспортного средства правила дорожного движения, чтобы тебя вызвали, вызовите меня, просите. И установят, надо тебя привлекать или не надо. И ты дашь потом всем ответ, а это был не тротуар, а все вот так говорили, что это тротуар. Но, скорее всего, по закону там будет отказ, потому что, опять же таки, чтобы по закону вынести постановление, там надо соблюсти много пунктов. Ну что, вот если время, ты... дата на послушай, ты, я же говорю от тебя, смотри, ты сам пишешь, фотографию делаешь, сам свидетельствуешь против себя и говоришь, что я не знаю, что это, но я здесь припарковался, хочу узнать, что сотрудники полиции. Скажите, прав я здесь или не прав? Если ты не прав, они скажут... Здесь отсутствует состав и события административного правонарушения. Вот тебе бумажка, лови, никакого правонарушения здесь нет. Либо мы тебя привлекаем, вот здесь есть и состав, и события, и все. Я сильно согласен, сомневаюсь так? в этом. У нет, ты не так, так сделаешь? Работают. Меня уже вызывали. Но если ты имеешь в виду, даже если там не тротуар, тебя по-любому привлекут? Я знаю, как наши сотрудники работают. Дело в том, нет, что... подожди, меня... но если там не тротуар... Меня вызывали в наш доблестный 205-й кабинет. Опять уходишь спасибо от ответа. Павлову Воронежскому. За публикацию в блокноте «Воронеж». Вот, меня вызывали по поводу той фотографии. И суть в чем? Я пришел, мне кинули, как собаке, бланк объяснений, ручку. Садись, отвечай на наши вопросы. То есть о законности, там, о том, как они рассматривают, можно уже дальше не говорить, да? Я тебе так скажу, ты опять ушел от ответа, на самом деле вопрос был элементарно простой, ты тем самым не хочешь сказать ни нет, ни да, но мы понимаем, что ты не хочешь просто этого делать, потому что боишься быть привлеченным. Ну да ладно, отпустим эту ситуацию. Это значит. Доказать надо на самом деле. Да я прекрасно понимаю, что тут, ты знаешь, почему, о чем мы говорим. У нас есть, кстати, Сергей Геннадьевич, мы донат сейчас прочитаем по Сберу, Сергей Геннадьевич С задонатил 100 рублей, красавчик, огромное тебе спасибо. Значит, кто у нас еще? Михаил Александрович Б 100 рублей задонатил. Вадим, спасибо за то, что вы делаете. Огромное тебе спасибо за то, что задонатил. Значит, Андрей Сергеевич Ша. Значит, 200 рублей задонатил. Огромное тебе спасибо. Значит, Михаил Сергеевич С. 22 рубля задонатил. Вот комментарии еще какие-то есть. 200 рублей задонатил Любовь Николаевна К. Значит, скорая вне игры. Комментарий такой был. Так, Дмитрий Сергеевич А, 10 рублей. Я... мне придется сказать, потому что там, в общем, это платный донат. Это платно. Мне просто мститель сосать Вадиму на камеру. Вот, 10 рублей мало. Но я не согласен, не надо такие вещи говорить. Мне пришлось сказать, мне стыдно, что это... Ну, то, скорее всего, за такие действия YouTube заблокирует. Дмитрий Сергеевич А. Вот. Ну, вырежет, YouTube вырежет. На самом деле, я тебе так скажу. В отношении меня много что там негатива, там люди говорят, что придумывают там какие-то сплетни, небылицы. Говорят, и слава богу. Я никогда не обращаю там на оскорбления. Ты сам помнишь вот последнее видео, которое было. Сколько там оскорблений было? Это общественная деятельность. Есть согласные, не согласные. Вот в отношении тебя я свое личное мнение уже сказал. Твоей деятельности конкретно, моя критика вот такая вот. Да, вот. Поэтому не обращай внимания на особенно такие вещи. Алексей, я сказал, я не буду брать трубки. Он позвонит с ним, пожалуйста. Ну, потому что здесь звонок за звонком. Я понимаю. Значит, давайте на общих основаниях. Я очень прекрасно понимаю. Давайте так. Значит, люди звонят, не могут дозвониться. Тут очень много звонков. Я просто сам в шоке. Алло. Да, здравствуйте. Пробуй. Сейчас, одну секундочку, можно вас на громкую связь включить? Сейчас, одну секундочку. Так. Я, кстати, прошу прощения, я извиняюсь, мне пришлось сбросить звонок, значит, я извиняюсь, что сбросить, потому что человека нужно было выслушать, на громко включить. Мы вас слушаем внимательно, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Хотел бы приветствовать всех своих друзей, кто угоняет без прав, Еще раз, я не раз вас прерывалось просто. Причем алло. Некоторые без прав гоняют лучше, чем наши олени с правами. Алло, алло. Деле. Он сорвал. Он что-то сказал, что-то, в общем, такое
Искать тех, кто без прав. Кто без прав ездит, он, короче, всем там привет передает. Честно сказать, очень-очень плохо было слышно. Я не понял, что он сказал. Надеюсь, что-то хорошее. Ой, еще один звонок. Ну, я бы сказал, что алло? Некоторые без прав ездят лучше, чем те люди, алло, которые алло. С правами ездят. Да? Так что тут именно от человека зависит. Я вас слушаю. Я вас слушаю. Здравствуйте. Сейчас, конечно, можно. Сейчас там слушаем вас. Интересно. Вы нажмите паузу на трансляции, чтобы не перекликалось там. Хорошо, хорошо. Алло. Да, слушаем вас. Нам алло, вы говорите? Паузу нажмите на трансляции, потому что дублируется там у вас трубки. Все, понял, понял. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага, все, нажал. Угу. Алло. Угу. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Олег. Угу. Вот такой вопрос. Все знают, что кольца создавались еще очень давно. Вот эти. Ой, да. Сейчас одно и то же. Алло. Мы слушаем, слушаем внимательно вас. То есть сейчас автомобилей гораздо больше, поэтому вот эти правила не всегда получается соблюдать. У меня вопрос к коллегу. У него есть конкретные предложения по изменению правил ПДД? По, например, ну, по кольцевому движению в частности. И у вас вопрос именно по ПДД или же по реконструкции кругового движения, которое, допустим, остужило у нас? О чем? Нет, в общем, по движению... Ну, по ПДД. По БДД, да, я вас понял. Хорошо, мы услышали ваш вопрос. Это все у вас? Да. Все, спасибо вам большое. Вы из Воронежа, я так понимаю, да? Да, я из Воронежа. Сам по Остоженскому кольцу езжу. И, ну, и стараюсь все. Всегда сходить с правой полосы, съезжать с кольца. Но там реально осторожность. Ну, я вас понимаю, да, я понимаю. Хорошо, да, мы вас услышали. Поэтому, услышали, хотел мнение Олега, его предложение, как это... Как проблему это можно решить? Каким образом? Правильно я понял? Да, да. Я понял, хорошо. Спасибо вам большое за звонок. До свидания. До свидания. Как ты считаешь, каким образом можно проблему это решить? Ну, отчасти он тоже прав. Но по правилам дорожного движения, я, допустим, вот там все прописано. Как знаешь, съезжать, вопрос никаких, все это. Вот что улучшить там? Полосам. Знаешь, что я думаю, как улучшить можно там? На любом кругом движения, где особенности есть ты. Предупреждение, большой рекламный щит. Баннер написать, что будьте внимательны, потому что это круговое движение, и съезжать нужно только с крайне правой полосы. Вот возможно возникновение дорожно-транспортного происшествия. Будьте внимательны. Вот мне кажется, если с каждого въезда на круговое движение поставить такой щит, который прям вот будет, а там позволяет место, каждый водитель будет предупрежден, и даже если он, знаешь, вот бывает затупил, просто едешь, и ты видишь этот рекламный щит, ну, назовем его рекламный, значит, где вот эти слоганы, съезжай только с правой стороны, и все будет у тебя в порядке. И, в общем, ты вспоминаешь, что да, здесь круговое движение, надо съезжать с правой стороны. Некоторые перекрестки кругового движения выглядят таким образом, что не все понимают, что они заехали на круговое движение. Знаешь почему? Знак, ты правильно говоришь. Но бывает, когда человек пропустил и едет, вот есть у нас такие дурацкие перекрестки. Поэтому, я думаю, при решении проблемы этой должно быть информационные щиты, где будут писаться, что нужно съезжать. Это круговое движение. Внимательно, внимание. Частый ДТП. Пожалуйста, съезжайте с крайнего правого положения. Заблаговременно занимайте правое положение. Я думаю, это решит проблему, потому что мое мнение по ПДД. Смысла нет ничего там менять. Ну, вот именно круговое движение. Человек, ты вот что, наверное, думаешь? Больше на знаки направления движения по полосам намекал. Так, а почему тогда люди про них все гундят, что я должен там идти в ГАИ писать заявление на то, чтобы там повесили знаки, вот смотри, направления движения тебе, по полосам? Вот цель на данном участке, вот что ты постоянно, да, там проводишь мероприятия. Ты же хотел бы, чтобы там сократились ДТП с твоим участием? Хотел бы? Естественно. Что вот что, как ты думаешь, для этого нужно сделать? Может быть, написать в администрацию города, сказать, ребята, я тут заколебался биться. Постоянно меня, вот именно, какое-то роковое сечение обстоятельств, постоянно меня бьют, именно меня. Так вот, прошу вас,
организовать информационные стенды с каждого въезда на перекресток о том, что проинформированы должны быть, ну, что проинформировать людей, граждан, водителей, которые непосредственно начинают заезжать туда, что нужно съезжать с крайней правой полосы. Я думаю, это всем бы облегчило жизнь, всем жителям, в том числе и тебе. У тебя не было бы работы. Их уже непосредственно надо было в автошколе ознакомливать с пунктом правила 8.5. Но он здесь я больше согласен, про что знаки они виноваты. Направления движения говорил, мне кажется. Так, еще звоночек. Но знаки направления движения это... Алло? Алло. Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, можно вопрос задать? Запросто. Давайте, можете громкую связь включить. Включил уже. Слушайте, вопрос такой. Любовь ДТП – это опасная штука, в которой могут пострадать пешеходы, пассажиры, могут пострадать пассажиры такси, ну, то есть люди, которые не имеют отношения к правонарушению. И пострадать могут серьезно. То есть мы не можем заранее предсказать, чем закончится то или иное с виду безопасное ДТП. Не кажется ли, что воспитание водителей и нарушение таким предотвращение нарушений таким способом очень опасная вещь, и могут пострадать невинные люди. Как в этом случае он будет себя вести? И не боится ли он, что некоторые мужчины, настоящие мужчины с большой буквы, за своих женщин и детей, которые могут пострадать в такой ситуации, не будут смотреть на закон и на правила, а, собственно, ну, по-мужски ответят вот товарищу мститель. Я с вами согласен, но мы услышали, подожди, не имей привычку перебивать, пожалуйста, мы же договорились, имей уважение выслушать вопрос, а потом на него ответить. Мы вас услышали, огромное вам спасибо за вопрос, сейчас будет отвечать. Спасибо. Угу. Так, сейчас у нас тут, значит, сейчас, все. Ну действительно, он же прав. В этой ситуации-то пассажиры, пешеход не виноваты же в этом. Можно аналогично развернуть то, что, допустим, будет ехать мама с ребенком на Матизе, по крайней правой, без нарушения. И не дай бог там был ребенок. И в нее вшибется такой же слепошарый на Киеса. Это вот я сейчас представил ситуацию, когда едет девушка, ну вот предположим, она не так давно получила водительское удостоверение, еще неопытная, и у нее ребенок. И вот на заднем сиденье, и представь, она по своей неопытности совершает ДТП. Причем у тебя была возможность, прошу прощения, избежать этого ДТП. Не потому, что она наглая или борзая, а просто потому, что она неопытная. И ты совершаешь, и не дай бог, ребенок пострадает. Он как минимум психологическая травма может быть, потому что представь, как там, а девушки обычно склонны к каким-то паникам и всему остальному. Это передается все на ребенка. Честно сказать, я бы на месте мужа бы приехал бы и разговаривал бы явно по-мужски бы с таким водителем. Я вот представил ситуацию, могу тебе сказать, да, тут закон не действует. К сожалению, либо вообще для тебя, к сожалению. Значит, ну действительно, это правда. Вот не боишься ли ты таких ситуаций? Ведь я за свою жену, за своих детей, я не знаю, что сделал с человеком, но это будет очень все печально. И представь, а таких же мужчин очень много, которые по отношению к своим близким так себя ведут. И это правильные мужчины. Всякое может быть. Но может вот быть скажи, и обратная ситуация. Какая? То, что едет себе девушка спокойно, без нарушений ПДД по крайнему правому ряду, а в нее въезжает такой же ездун, как на Kia Soul, последнее ДТП, где он так, вообще того не тормозил. Тоже спрос же будет. Мы говорим о твоих действиях, что этого могло бы не произойти. Тот потому что мудак, а ты потому что ты белый мститель, понимаешь, совершил. Вот тебе нужен, ну что, у тебя задача контент сделать, или же все-таки правонарушителю, чтобы донести его, себе предотвратить? По правилам дорожного движения. Понятно. Все. Просто я тебя, вот мужчина, который позвонил, абсолютно прав. Я тебе говорю, это знаешь, как тебе нужно учесть... 167-й, мне кажется. Послушай, независимо я тебе скажу. Ну что тебе скажи? Ну осудят его, там дадут ему там условку. Может, ему даже ничего не будет, там помурыжат его. Но от этого ты пострадаешь гораздо сильнее, потому что это будет физически. Я тебе просто к чему? Почему? Вопросы вот эти, они все к одному сводятся. Тебе нужно выбрать свою линию поведения таким образом, чтобы ты мог и доносить свою позицию, и вроде бы что-то менять, понимаешь? И в ту же пользу приносить, понимаешь, обществу. И вот такую грань, называется не переступить грань. Вот это нужно. У нас в свое время, вроде у Алексея были какие-то поползновения, вроде адекватные, но они, вот Шамардина если мы берем, но они перешли ту грань, которую не нужно переходить. Он на ровном месте из-за какой-то сраной парковки. Вот понимаешь, это простое административное правонарушение, которое копейки стоит. Ну, заработал себе столько врагов
Я не знаю просто, где его были мозги и где вообще есть ли они. Ну, даже мачо я бы резаю. Да, это вообще как бы это уже свидетельствует о многом, понимаешь? Но я понимаю, мы там занимались своей деятельностью, мы там нам и машины поджигали, там и нападения были, мы и отпор давали, всякие ситуации были. Но дело в том, что мы-то занимаемся совершенно иным. У нас совершенно другие задачи, цели. Мы ловим общественно опасных преступников, по факту, которые могут быть убийцами. Сколько жизней мы за это время спасли? Если так вообще вдуматься, за 7 лет, ну мы там, грубо говоря, 6 лет там ловим пьяных. Вы просто подумайте, сколько жизней было спасено. Вот мне хотелось бы, чтобы ты правильно все-таки выстроил вот эту вот свою... знаешь, как это направление свое. Чтобы в правильном. Люди не знают, что игра там не перешел ни в коем случае.